Есть такая интересная тенденция. Люди, как правило, обеспокоены всплесками роста цен на отдельные товары и услуги. При этом они могут совершенно не замечать медленный, но постоянный рост цен на другие товары и услуги. Например, участники опроса в наибольшей степени недовольны ростом цен на фрукты и овощи, которые сезонно подорожали в октябре. При этом фрукты и овощи сейчас на 2% дешевле, чем в прошлом году. В то же время покупатели меньше обеспокоены ростом цен на чай и кофе, которые постепенно дорожали в течение года. И сейчас мы платим за эти товары на 3% больше, чем в прошлом году. Все эти примеры подтверждают, что для нас с вами комфортная ситуация, когда цены растут медленно. И более того, это необходимо для здорового роста экономики. Все это говорит в пользу выбранного Банком России курса на стабильно низкую инфляцию.